Чувашия примет участие во Всероссийском инвестиционном форуме «Сочи-2020». Он откроется ровно через месяц. На выставочных площадях будет представлен ряд предприятий региона. Промышленники, малый бизнес продемонстрируют наиболее перспективные инвестиционные проекты. Сейчас формируют деловую делегацию, которая примет участие в панельных дискуссиях и круглых столах. В этом году дискуссии сосредоточатся на трех направлениях: инвестиции в регионы, цели, задачи, инструменты. По данному направлению пройдут деловые сессии, посвященные повышению эффективности региональных промышленных кластеров, экономике городов и реализации программы доступного жилья, инвестициям в инфраструктуру, развитию туристического потенциала субъектов Российской Федерации и акселерации малого бизнеса. Как сообщил министр экономического развития, в рамках инвестиционного форума планируется подписание двух соглашений с регионами России.